Всем приветики. Купила себе такой вот блок и думала, что мне его не на чем проверить, потому что усилитель мне так до сих пор не пришел. Я там уже спор открыл. Не знаю, что из этого выйдет. Но я забыл, что у меня же есть мой старый усилитель. Вот он. И к нему можно подключить вот эту вот штуку. То есть сейчас мы размотаем. Уберем вот эту штуку, она нам больше уже не нужна. И блок теперь можно подключить вот сюда. Здесь написано 1224. Мы сюда подключаем. Здесь у нас тоже как раз таки подходит 24 вольта 8 ампер. Так. И включаем в сеть. Загорается лампочка зеленая. И здесь сразу начинает мигать. Хоть тут и выключено, когда подключаешь через сеть, через 220, то тогда, пока не нажмешь вот эту штуку, лампочка не начинает мигать. А когда подключаешь через этот адаптер, хоть она включена, выключена, неважно, она сразу мигает. И можно проверить, работает оно или нет в данный момент. Там получается не включено. Надо взять пультик. Сейчас я возьму. Вот он пультик. Нажимаем режим два раза. Это переключается на радио, а потом на линию. И вот линия у нас заиграл. То есть сработает. Вот он блок. Подсоединен к сети. И от сети идет блок, подключен к сети, и от блока провод подключен к усилителю. Сети работает. И вот при включении плеера, который тоже подключен, вот он, к блоку, к усилителю, вернее. Вот он подключен к усилителю. И вот этот провод, он идет, но он длинный, и вот он в итоге выходит сюда, и мы нажимаем кнопку, вот. Так, погромче. То есть все работает. Причем не шипит, да, немножко шипит. Но, по-моему, да, шипит. Когда музыки нет, тоже шипит. На 220 шипит и от блока шипит. Это, наверное, от усилителя зависит. Вот, так что блок рабочий. Правда, я не могу проверить, на самом ли деле он выдает 24 вольта и 8 ампер. Мне нечем. Но то, что он вообще работает, это уже точно. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.